Привет, меня зовут Катика, я художник, я вижу картины, и сегодня мне бы хотелось рассказать вам о своей последней работе. 7-й портрет Кобе Брайана и его дочки. Идея создания этого портрета пришла больше года назад в Инстаграме, как раз когда произошла эта трагедия, которая потрясла весь мир. Вся лента была усыпана этими новостями. И примерно в это же время ко мне обратились с просьбой создать их портрет. На подготовку ушло очень много времени, и самый сложный этап при создании работы — это эскизы. Я решила погрузиться в этот мир, к тому же очень известная личность и его дочь. Помимо лиц на работе решили добавить какие-то знаковые цифры, символы. Сама гамма работы должна была быть в цветах формы Кобе. Начала работать над подготовкой пряжи, ее покраски, составлению палитры. На протяжении 3 недель с утра до вечера я вязала. Невозможно передать никаким видео, ни таймлапсом. Это нужно просто непосредственно сидеть рядом и смотреть, насколько это долгий процесс. Но именно в этом и вся прелесть для меня моей работы. Мне очень нравится ходить в параллельный мир связи. Ну вот уже когда работа подходит к концу, ты понимаешь, что ее надо готовить к оформлению, чистить, гладить, натягивать холст. В такие периоды я испытываю очень большие перегрузки. Мне становится плохо, я начинаю нервничать, перестаю есть, спать. Часто бывает, что уже после окончания работы хочется внести какие-то коррективы. Этот процесс финально затягивается, и я просто начинаю стоять на грани. Но всегда все заканчивается хорошо, и я благодарна возможности сделать этот портрет. Он получился довольно большой, сложный. Это очень важно для художников — создавать связь прошлого с будущим, с настоящим, связь между людьми, их жизнью, их интересами. В целом жизнь, она как мяч, клубок пряжи.